Уговорили остаться. Авиакомпания «Победа» продолжит рейсы по маршруту Улан-Удэ-Москва. Ранее было озвучено, что лоукостер уйдет из республики уже в феврале. Но с компанией провели переговоры и снова вышли на компромисс. У них каждый год идет подтверждение на полгода. То есть следующее полгода, вот у нас на первое полугодие 2019 года подтверждение. Ну, то есть продажи уже открыты, можете проверить на сайте. Напомним, «Победа» зашла в республику в сентябре прошлого года. Средняя цена билета около 7 тысяч рублей. Это в два раза ниже конкурентов. Неудивительно, что наполняемость рейсов почти всегда под 100%. А с лета рейсы Улан-Удэ-Москва и обратно стали ежедневными.